Всем привет, ребят, с вами Арчи, и это шестой сезон путешествия по Манзи. Чисто по карте, если смотреть как маршруты, которыми я шел, то это должен был быть первый сезон, но эту местность я пропустил, и вот, судя по вашим комментариям, вы хотите посмотреть все-таки этот, как бы, эту зону карты, чтобы я прошел, и я все-таки пройду. Итак, значит, Манзи-Цпан 0, ближе к городу, к самому первому, это первый спам, но я сейчас покажу вам еще одно секретное место, которое, думаю, очень мало кто знает. И потом уже после этого я пойду дальше. Так, ну что ж, вот мы заспавнились, бежим на север, тут небольшое разветвление, и мы поворачиваем налево. Бежим. И вот тут вот спускаемся. Вот координаты этого места. Если вам интересно, можете сюда прийти. Здесь такие большие грибы. Какой-то... Понятно, какой-то донжон, я не знаю. Сверху там ничего нету. Здесь небольшой паркурчик. Не знаю, для админов, что это просто прикол какой-то, или что-то здесь действительно потом будет. Я без понятия абсолютно. Вроде на каких форумах ничего не видел. Здесь тупик до сих пор. Еще ничего не сделали. И вот, собственно, тут комната. Буквально, ну, сейчас уже довольно-таки давно, но когда я первый раз здесь был, и потом буквально через пару дней сюда зашел опять. Тут появилась вот эта вот комната. Раньше здесь просто вот этим вот... Ну, вот этим грибом, в общем, тут заделано было. Просто такая комнатка и все. Дальше тут ничего не было. А сейчас сделали, кроме этого, вот тут нажимаете все рычаги. Нажимаете. Опа! Сундук. Его тут добавили буквально пару дней назад. Ничего себе. Здорово. Слушайте, на карте этого места нету? Не, на карте этого места нету. Хм. Неплохо. Значит, здесь есть их сундук. В общем-то, в первом городе тоже есть он. Сейчас подожду, типа. И посмотрим вообще, как тут зельки спавнятся. Вот это для меня сейчас открытие, то, что здесь. Вот он появился. В общем-то, тут близко ничего нету. Так, как бы мне туда? Ну, туда вот, например. Так-с. Опа. Зомби. Хорошо. Да, второй тоже спавнится. Слушайте, здорово. Ну, конечно, сатир тут совсем слабенький. То есть уровень спавна. Но он есть. Здорово. Может быть, тут скоро будет что-то хорошее. Так. Поднимаемся назад. Сейчас мне нужно будет бежать в город, собственно. Под названием Каочи. Выбираться тут либо грэплом. А, все, тут пофиксили. Раньше просто выбраться нельзя было. Так, ну и нам туда. Ой, на болотах тут мало кого встретишь. Вот в то время, именно когда я записываю. Так-то здесь днем бывают люди. И читерасы здесь были, как раз когда я... Это еще перед первым сезоном. Я вот как раз записываю по болотам. Здесь много читеров было. Собственно, из-за этого я не захотел. Так, координаты минус 3000 и 270. Так. Не сюда. Точно? Да. Так.
почти прибежал. Вот, собственно, колочем. Здесь есть два хил-сундука, но один трэп-сундук, то есть из него зомби вылазит. То есть можно сказать, что здесь вообще один хил-сундук. Много коммон-сундуков. Анкоммоны есть. Да, я постоянно забываю, что здесь ловушка. Хотя... Странно. Почему я не могу пройти туда? Что? Вот. Но здесь, как видите, сами ничего нету. Поднимаемся наверх. Под крышу. По-моему, здесь единственный сундук, это на самом верху. И это uncommon. Ну да. Но он мне не нужен. Так, спускаемся вниз. Давайте полутаем сундуки. Здесь хилс... фуд сундук, насколько я помню. Нет. Common. Окей. Вот здесь вот фуд сундук точно. Зомби здесь довольно-таки много спавнится, поэтому задерживаться тут не хочу. Вот это фуд сундук. Здорово. Это трэп сундук. Чей-то зомби, но я думаю, что он очень старый. Он только сейчас надамажит. А, нет, смотрите, ничего себе. Свеженький. Первый пот, второй пот, неплохо. Так, мне бы еще пшеничку и какао-боб. Не помню, есть ли здесь сундуки. Нет, тут нету, хорошо. Идем дальше. Можно загреть всех зомби, сейчас убить. Если есть легкий способ, вот сюда пролезайте. И вас не достанут. Так. Просто тут все зомби убиваете. А, так вот, если вас не вытянут. Да. Об этом я не подумал. Ну ладно. Так, значит, здесь два... хил сундука, но они не заспавнили. Слева обычный, справа трап. То есть открывать его не надо. Это uncommon. Тут у нас тоже uncommon. А, нет, тут фуд сундук, неплохо. Тортик, это всегда хорошо. А здесь common. Есть верстак вот в этом домике. Сейчас я еще раз пролутаю фуд сундук. То... И можно уже бежать. Икс. Вроде никого. Ерунда всякая. Но тортик это довольно-таки неплохо. Нет, тут сундук не заспавнился. Ну, сейчас еще грибок проверю. Может быть, там появился. Опять тут зомби куча. Жалко, конечно, второй пот. Потому что до сундука, до сундуков с хилками мне еще очень долго. Да, есть. Давай, пшеничка. Ничего себе. Два торта. Тут повезло. Не знал, что здесь так хорошо может заспавниться. Ну ладно. Насколько я помню, что левый сундук можно... Да, левый сундук можно лутать. Ну, а вот правый трэп. В общем, ребят, я сейчас дальше побегу и продолжу запись. В общем, ребят, вот я и пришел.
прошел немного севернее и восточнее, северо-восточнее. А вот координаты, это Сомния. Здесь можно лутать уже чинку, железный меч. А, даже, по-моему, железку здесь есть, реры. А, очень много фуд-сундуков. То есть, если у вас проблемы с едой в Коочи, вы можете там даже не задерживаться. А, и прибежав сюда, сразу же много еды налутать. Но, насколько я помню, здесь нету коммон-сундуков. Здесь есть хил-сундуки, а вот коммонов, по-моему, нету. Сейчас наступает ночь, конечно, не очень удобно. Я думаю, главное, чтобы вам все видно было. Я думаю, вам будет видно. А, начнем, наверное, по часовой стрелке. А, так. Первый сундук. Common. Сверху. Не помню, есть что-то или нет. Нет. Варочные стойки, но они тут не нужны. Идем дальше. Зомби здесь, помнится, средние. В основном в центре, вот там вот справа. Сколько помню, здесь худ-сундук. Да. Также есть хил-сундуки. Вот главная башня, в которой, собственно, рейры находятся. Нет, тут ничего нету. Давайте вернемся. Воду пополнить можно либо в море, либо вот в этом фондане, но в нем крайне неудобно это делать. Там нужно самый верх всплывать, чтобы достать воду. Так. Вот тут, по-моему. Это фуд. Сундук. Да, что такое-то? Еще фуд сундук. Да ладно. Боже, сколько вас тут? Ох, да, пота здесь тратится быстро, поэтому лутаться тут, ну как, не то что проблематично, но не очень приятно. Мне пшеницу бы. Тоже фуд-сундук. Это тоже фуд-сундук. Что я творю? Здесь вот, насколько я помню, два хил-сундука. Один не заспавнился, один есть. Так, ну хоть что-то есть. Что ж, пойдемте на башню, собственно. Тут такой средней сложности паркурчик. Будьте аккуратны, чтобы вас тут не скинули зомби, когда вы поднимаетесь. Теперь идем сюда. Первый сундук. Common. О, common. Rare. Как видите, здесь стрел. Так. Теперь сюда. Кажется, один сундук какой-то я пропустил. Где-то. В общем, насколько я помню, 4 сундука здесь, в общем. Получается. Куда тут? А. Хорошо, тут есть подъем.
Заходим тут. Сюда. По-моему, где-то здесь. Сейчас проверим. А, нет, похоже на той части. Ладно, я тут вернусь. Блин, промазал, ну ладно. Так, а. Этот я вроде, собственно, пролутывал, да? Или нет? Или это еще один? Нет, вроде я этот лутал. Ладно. Да дальше. Да, этот я пролутывал, хорошо. Видите, он заспавнился довольно-таки быстро. Надо тут запомнить. Я просто сколько раз уже приходил, все никак не могу запомнить точное расположение тут сундуков. Может, здесь есть где-то два сундука такие скрытые, которые я никак не могу запомнить, где находятся. А, в общем, проходим тут. Здесь. Как дальше? Нет, я помню, что здесь это по-другому надо было. А может тут? Блин. В общем, ребят, поднимусь, продолжу запись. Так, ребят, ну, в общем, я просто поднялся здесь по лианке. Вот это тот сундук, который я искал. А, тоже, как видите, common. Ой, common, rare. Запомнил-то. Подсел. Так. Как мне назад можно только зайти? Явно не тут, явно не тут. А, все ясно. Вот как его надо было лутать. Сверху там. Теперь возвращаемся вот сюда. Вот сюда поднимаемся. Вот тут вот редко у меня получалось нормально пройти. Вот, наконец-то. Ох, вот еще один сундук. Тоже rare. И самый последний на самом верху. Можно, но сейчас тоже будет подняться. Только вот я не помню как. По воде можно? Нет, по воде нельзя. А, вот. Сюда хорошо выходим. И тут поднимаемся. Что же она не хочет меня пускать. Так, в общем, на каком-то одном из уголков должен быть сундук. Либо он не заспавнился, либо я его пропустил. Сейчас надо пойти. Нет, не здесь, значит. Не здесь. Не здесь. Так, странно. Мне это не очень нравится. Насколько я помню, вот на вот этом углу он должен находиться. Я что-то не могу найти. В общем, всего 4 сундука должно быть, пролутано 3. Где-то еще один здесь рейер есть. Но, к сожалению, я его не нашел. Ну что ж, наверное, будем спускаться тогда уже. А, можно спускаться по сундукам, да. Сейчас найти надо вход здесь где-нибудь. Через верх, походу.
похоже получится. Так. Что? Колокольня какая-то, я не знаю. Вот. Тут спрыгиваем. И спускаемся уже. Сюда сначала. Тут аккуратненько. Вот сюда. Так, тут вниз не получится. Значит, здесь. Здесь поднимался отсюда. Да, отсюда. Вот рейр еще один. Самый первый. Да, лук. В общем, это что-то наподобие обсерватории. Но по длинней, так сказать. И более хуже, наверное, все-таки. Так, что ж, ребят, наверное, на этом я и закончу. В следующий раз дальше пойду уже на север. Там есть много интересных городов. А на этом я с вами попрощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Арчи. Если понравилось видео, зовите друзей. Всем спасибо. Всем пока.